идем в кинотеатр Победа. Ну, в принципе, можно и здесь, конечно, собрать. Но... Сейчас время 10 минут. Нормально. Площадь Ленина. Новосибирск, полиция, вот как собирается. Нормально. На улице тепло, 7 градусов мороза. Мне не очень. Марина горит не очень. По мне нормально. Совсем недавно еще было все зелено. Сегодня буфет номер один, помнишь? Граненые стаканы. Или нет? Кофе.
где-то. Ну, они, наверное, и красный факел, типовые, конечно. Ну вот мы прибыли. По-моему, еще теплее стало. Улыбочку. Ну вот, дилетантские чтения. Прошли. Мы идем в метро. Как правильно говорить? В метро или на метро? Такой у нас сибирский вечер. Ну, хоть столичных гостей повидали. А я их, кстати, видела. Да? Ну, они что, тоже сидели в нашем кафе? Ну, как? Признаться, вечерами вообще здесь редко бывает. Особенно зимой. Особенно зимой, да. Поэтому нам интересно прогуляться по улице Ленина. Выложу в YouTube. Я смотрю, кто там уже летает. Может, еще один ходит? Да может, еще 18-й ходит?
красиво подсвечивается. Вставай. Куда? Туда. Класс. Ну вот.